Итак, синтез супервещества. На столе находятся три прозрачные жидкости. Из моих предыдущих видео многие были уверены, что я применяю там какой-то йод, бром. На йод это абсолютно не похоже, и на бром тоже. Жидкости абсолютно прозрачные. Ну, разве что вот эта жидкость немного какого-то цвета такого мутноватого. А точнее, не мутноватого, а немножечко больше желтоватого такого. Это потому, что готовая жидкость я ее покупаю в магазине. Что касается вот этих двух жидкостей, их необходимо синтезировать самому, потому что иначе ничего не получится. А вот эта жидкость, которая посредине, основная, и вовсе, чтобы ее сделать, понадобится очень много проделать разных процедур химических, сложных. Это основная жидкость и вот это тоже средство, которое я покупаю. Сейчас я их буду соединять, и вы увидите, что у меня все потемнеет, станет раствор бордовый, возможно даже черный, как кровь. И, разумеется, сразу же проведем тесты такие. Позолота на посуде. На этот раз намного больше. Вот. Возьмем совсем немного этого раствора, концентрата. Воду я подготовил, разбавим, нальем. Разумеется, я все буду снимать. Те мои подписчики, которые в меня верили, в этом видео наконец-то смогут убедиться и увидеть наглядно супервещество во всей красе, всю его потенциальную мощь. И те зрители, что ставили плюс, то я в свою очередь наконец-то это докажу. Что показывал абсолютную правду. Если я не хочу с вами делиться и у вас нет ответа, это не значит, что Максимов врет. Так. То есть своих подписчиков, которые в меня верили, я не подведу. Соединяем эту жидкость и эту. И сейчас будет происходить реакция. Надо вот эту жидкость добавлять очень аккуратно. Порой бывает реакция такая нестабильная, что через веру бутылки вылетают брызги. Так, наливаем. Добавляю. Ну, как видите, на йод и на бром это не похоже. А то что-то меня обвиняли. Агенцы. Что, йод, да? Бром? Ладно, я еще покажу, как руки им протираю. Потому что я знаю, что он безвреден. Что я бы не советовал делать никому с бромом. Ну вот, реакция произошла. Видите, все потемнело. Наш раствор с вами. Супер вещество. Надо подождать немного. Вот он бордовый такой. Вот видите, он еще реагирует. Минуты 2-3. И сейчас необходимо добавить вот стабилизатор, как я его назвал. Если этого не сделать, то вот это вещество через 2-3 дня потеряет свои свойства растворять золото. При его создании я столько потратил средств и времени, и не мог понять, почему это происходит. Также синтезировал, соединял, все нормально, синтез сам протекает гладко, хорошо, без всяких проблем. Но через 2-3 дня там, или через неделю я начинал что-то делать, испытывать его, и у меня ничего не растворялось. Так, вот он стал бордовый такой. Видите, да? Здесь еще такая средняя концентрация. Супер вещество. Так, ну можно, в принципе, добавлять теперь стабилизатор, как его назвал. Потому что иначе вещество перестанет растворять золото через несколько дней. Так. Так, ну, думаю, хватит. Сейчас я накрою крышечку. Подождите. Так. Так, ну все, размешал его. Ну вот и все. Вот оно, наше супер вещество. Бутылка почти полная. Вещества получилось. Он еще, кстати, потемнеет чуть-чуть, еще сильнее. Станет еще немного темнее через некоторое время. Станет вообще почти черный аж. Он и так черный, но чуть-чуть пропускает свет. Видно, видите, да?
Концентрация здесь такая средняя по сравнению с тем раствором, что я тогда вам показывал. Там я получил вообще, ну, очень много концентрата, который среднюю показывал, бутылочку прозрачную. Я еще разбавил в этот раз водой, потому что если не разбавить, я говорю, реакция между вот этим раствором, что я лил, такая бурная происходит, что аж брызги летят кверху. Вот. И вот этой бутылочки средней концентрации хватит растворить где-то полтонны породы. А кто сомневается, сейчас мы это и испытаем. Так. Шприц. Берем совсем, смотрите, возьму, наверное, 5, может, максимум 10 миллилитров этого супер вещества. Так. Да, 10 возьму, это такой средней концентрации вещество. Не как тот черный аж, видите, да? Вот. И добавляем сюда. Так, сейчас еще туда возьму. Столько же, ладно. Еще возьму тогда 10. Потому что позолоты на посуде нормально. С запасом, чтобы уже не лить. Мне не жалко. Ну вот все, теперь хватит. Я в этом даже не сомневаюсь. Те остатки хим-реагентов, которые у меня были, я сделал последние супер вещество, чтобы вам продемонстрировать, что я не врал, что супер вещество есть и что никто не сможет его отрицать. Все, кстати, раствор потеплел, стал горячий. Между теми жидкостями происходит очень такая сильная реакция. И добавляем этот раствор сюда, в посуду. Я не буду ничего трогать, вот как есть, так и стоит, вот все, ничего трогать не буду. Сейчас только вот налью жидкость, раствор. И золото начнет растворяться. Я буду снимать каждый час или полчаса. Так, подождите. Вся посуда была залита водой. Еще сейчас воды добавлю, пойду, немного не хватает. Так, воды набралось под крана. Добавляем. Это ерунда, что не хватило немного, все. Теперь вся посуда залита. Только надо помешать, чтобы, разумеется, раствор смешался с водой. Так, ну вот все. Отлично. Ждем. До завтрашнего дня все растворится. Я все, разумеется, буду снимать. Позолота видна. Как мы можем видеть, еще пока ничего не растворилось. Сейчас я выключу камеру. А вот и супер вещество. Средней концентрации. Я его спрячу специально, уберу на хранение. Этой бутылки мне хватит до конца этого года. Вот увидите, вот этой бутылки. А тот концентрат, который я показывал, черный, его и вовсе хватит на несколько лет. Бордовый раствор наш. Как видите, на раствор люголя это не похоже. И на бром тоже. Да, кстати, вот, подождите. Если бы бром был, я бы такое с собой не делал. Вот, возьмем, к примеру, вот так вот вещество. Вот, видите, да, смотрите. Знаете, я бы не стал с собой такое делать, потому что иначе, в противном случае, с бромом, я бы обжег всю свою кожу на руках. А йод оставляет желтизну на руках, если кто-то сомневается. Золото уже начало растворяться медленно.
Первые 5 минут прошли. Разумеется, золото еще не начало растворяться. А раствор вот немного посветлел, стал такой бордовый просто. Но он еще потемнеет. Прошли первые 10 минут, и вот уже видно, вот здесь позолота начала растворяться. Уже смотрите, почти исчезла. Также вот на этой детальке, вот гирлянде, в середине идет растворение. И здесь начинают пятна проявляться. Супер вещество свеженькое, поэтому реагирует, конечно, хорошо. Вот, растворение проходит. Еще подождем 1,5 часа, и вот на этих уже будет тоже существенно видно. Не исключено, что при помощи свеженького супервещества на все про все уйдет намного меньше времени. Вот уже видите, оно вот почти посветлело. Вот. Реагирует очень быстро. И обратите внимание, ничего я не переливаю, вот как они, все эти битые стекляшки на своем месте лежат, так они и лежат. Растворение происходит очень быстро. Вещество свеженькое. Ну вот, слава богу, удалось даже заснять реакцию растворения. Теперь никто не сможет ничего отрицать. Ну что же, давайте еще подождем 1,5 часа и посмотрим. Там уже почти все растворится. Прошло 1,5 часа, золотишко еще растворилось. Вот видите, да, уже почти все растворилось. И вот здесь, где очень толстый слой был, тоже уже начало вот растворяться, появляются пятна. Также вот здесь золото растворяется, вот. Еще 4 часа пройдет до конца дня, и золото почти все растворится. А если даже не растворится, то до завтрашнего утра точно все растворится. Прошло 2 часа, золото практически все растворилось. Вот на этих полосках уже почти нет позолоты. И здесь уже, видите, тоже начало, почти все исчезло. Отлично. Всего лишь 2 часа прошло. Вот что значит свеженький раствор. Вот как видите, я все снимаю, мне скрывать нечего. Ну, по-любому буду завтра отделять золото, ничего упаривать на этот раз не буду. Не обязательно использовать, к примеру, тот черный осадок, о котором я говорил. Эта информация не такая и секретная, активированный уголь. Я думаю, многие люди не дураки и так знают, что еще черное может быть. Но не антиматерия же, да? Просто с активированным углем еще надо работать будет.
Он в себя молекулы, конечно, впитывает, а дальше надо его обрабатывать специальными растворами, либо обжигать. Поэтому я буду использовать все-таки цинковую пыль, так как цинковая пыль просто растворится, и золото тоже. Я получу просто свой раствор. Считаю, уже прошло почти 3 часа, почти все растворилось. Видео я сделал специально для своих зрителей, которые в меня верили и поддерживают меня, за что вам и огромное спасибо. Все, которые были уверены, что я выдумал вещество, оказалось, что вещество есть, как мы видим. И прекрасно работает. Вот. Это только начало. Что касается денег, многие из вас могут подумать, что я, типа, это показал, чтобы вы мне больше не предлагали свои деньги. Я вещество, кажется, не говорил, что продаю. И поэтому, пожалуйста, не надо мне писать ВКонтакте, задолбали. Уже человек на 50 писало, там, я тебе готов и 100 тысяч долларов перевести, ты мне и рубля не дашь, я это знаю. Мне ваши деньги не нужны, у меня свои есть идеи, причем золотые идеи. И вот, что мы видим, да? Вот, будут еще интересные видео, мы тут с Серегой Чемпионом собираемся в горы рвануть, поискать золотишко самородное. Смотаемся с Серегой в горы, поищем золотишко. Я думаю, что результаты будут интересные. Разумеется, я с вами поделюсь. Это я только про супер вещество скрываю данные. Вообще в будущем дальше туда будут интересные обзоры. Я вам еще покажу другие методы растворения. Они тоже практически ничем не уступают супер веществу. Но это, конечно, номер один. И по стоимости, и вообще, и по эффективности. Ну, это просто как личная, это как кровь моя. Понимаете, вот. Да и цвет такой еще. Точно как кровь. Поэтому не могу такое рассказать даром вам, абсолютно. Это просто, ну, это бессмысленно рассказывать. Еще раз говорю. Прошло часов 5-6. Практически все растворилось. Осталось совсем чуть-чуть. Еще пару часов и остатки растворятся. Каждый человек имеет право предполагать, писать все, что угодно, разумеется. Думать, вот, никому не запрещено. Навязывать свои идеи без доказательств — это запрещено. И обзываться там, и всякую чушь писать — это, скорее всего, будете забанены, сразу говорю. Поэтому думайте, думайте, а то потом даже не сможете комментарий оставить. Вот, видите результат? Вот. Так, наступило утро следующего дня. Вчера все растворилось, пришло время выделить золото из этого раствора. Перелью, наверное, не в этот стакан, он слишком маленький. То, что раствора больше 2 литров, наверное, ведерко, в принципе, какая разница. Так, сейчас перелью. Вчера все растворилось, ну, это дело начать с утра сегодня. Отлично. Ну вот, все золото растворилось, разумеется. Посуда вон чистенькая, никакой позолоты нету вообще. Все растворилось. Вот мой раствор. Тут чуть больше его, 2 литров. Вот. И сейчас из него я буду выделять золото. Супер вещество просто вообще поражает. Вот он. Такой стал бордовый раствор. Но он чуть-чуть пропускает цвет. Средней концентрации. Этой бутылки мне хватит на этот год весь. На очень длительный период хватит. Здесь примерно супер вещества хватит растворить где-то 150-200 грамм золота. Так, ладно, я его уберу на хранение, потому что нельзя, чтобы он был на свету. Я заметил, что он от лучей света распадается,
наверное, от ультрафиолета. И от температуры тоже. Но лучше его держать в темном месте где-нибудь. Я вообще спрячу его. Я дома не храню такие вещества специально. Сами знаете. Так, ладно, я сейчас подготовлю цинковую пыль, чтобы выделить золото, кусок цинка. Также можно выделять алюминием, магнием, он тоже активный металл. Но я предпочитаю цинк. Можно уголь использовать, как я уже сказал. Ну, пока что с углем еще надо, знаете, я вам говорю, потом из осадка трудно золото само выделить. Толку его туда бубухнуть. Надо это обжиг делать, это надо, чтобы золото там было грамм от 20 и больше, тогда можно. А так бессмысленно. Ради, к примеру, там 0,5 грамма золота, муфельную печь потом включать, обжигать все это, столько возни, еще нужен керамический тигель желательно. Вот, насверлил цинковые стружки быстро. Сейчас ее размелю в блендере еще, чтобы она в пыль превратилась, и брошу в раствор. И золото в течение 2 часов выделится. Наверное, буду использовать такой пульбулятор от компрессора, чтобы воздух перемешивал пыль цинковую с раствором, и золото будет выделяться. Так, цинковую пыль сделал. И добавляем к раствору цинковую пыль. Так, можно вверх слить ненужные воды грязи. И ладно. Около 2 литров раствора. И сейчас я воткну сюда шланг с воздухом, чтобы булькало, перемешивалось быстрее. Так, сейчас бульбулятор так называемый. Раствор перемешивается, таким образом быстрее золото выделится наше. Так, прошли еще одни сутки. Вчера я все выделил золото, у меня целый день это все булькало. Сейчас переливаю этот раствор, сразу растворим осадок в царской водке, я подготовил уже, смешал. Так, переливаю. Наш осадок я прямо здесь его буду растворять. Так, сейчас. Так. Цинк очень бурно реагирует, поэтому такая реакция. Ох, господи. Подождите.
Судя по раствору, цвету, это и есть наше золото. Вот. Так, сейчас это все перелью, все растворилось. Ну, к примеру, в этот же стаканчик. Так, сейчас. Сразу воняет. Это все золото с посуды. На посуде золота не так много, но все-таки вот есть. Сколько там золота? Конечно, мало. Это же посуда, а не советские детали. Это видео было больше таким примером про супервещество. Так, ну вот. Золотой раствор уже царско-водочный. Берем хлорное олово. Капаем, и сразу будет реакция. Капельку. Так. Так, видно, да? Капаю. Сразу реагирует, разумеется. Потому что золото. Золото выделилось все, абсолютно. В этом я не сомневаюсь. Еще раз говорю, в посуде его мало. И на этом видео, считай, заканчивается. Вот. Только лишний раз показал всю потенциальную мощь супервещества. Это видео еще не последнее. Теперь в основном все будет связано и повязано на этом веществе абсолютно. Этой бутылки мне хватит на очень длительный период. На полгода как минимум. Причем концентрация этого раствора средняя. А у меня еще бутылка того концентрата. Так. И напоследок, ребятки, я вам покажу. Тут недавно такое видео обнаружил. Алхимический состав. Сеня там показал белый осадок. Какой-то там супер-пупер. Что-то, знаете, пожалел, что ли, банку соли, что ли, показать побольше. Или сахара. Вот сразу столько показал. Видите, тоже супер-пупер состав. А потом показывает, главное, посуду, смотрите, типа, и капает какой-то там раствор царско-водочный. Вот сейчас также капну. Супер-пупер раствор. Сеня, я тебе сказал, если врешь, то ври грамотно. В противном случае ты будешь выглядеть так же, как все эти шмуртазины и прочие неудачники. Твой супер-пупер раствор, ты знаешь, я никому не придираюсь, но вот он, твой супер-пупер раствор. Вот он. Царская водка. И ты еще смеешь там говорить, что создал что-то, да? Ну ты меня рассмешил, молодец. Вот так выглядит суперсекрет Евгения Гончарова. Как вы думаете, как я догадался? А я этим занимался в свое время, поэтому и знаю. Я даже понял это, когда у него капля начала скапывать, точно такая же желтая стала, потому что золото растворилось. И капелька стала желтой. Он говорит, кто разгадает, я раскрою тайну этого супервещества. Ладно, мне твоя тайна, Сеня, не надо. Я ее показал. Вот, твое вещество. Обычная царская водка. Смешно это все выглядит. А про господина Муртазина я вообще промолчу. Вот. И многие уже по его видео убедились в этом. А вот так выглядит технология этого Муртазина, который додумался йод купить. И, разумеется, ничего нам интересного не показал. Также еще один обзорщик сумел догадаться показать нам тайну активированного угля. Это вообще смех полный. Вот. Кто сказал, что это тайна тебе? Вот главная задача. В этом видео я продемонстрировал. А у этих людей, всех, которые пытаются что-то там найти, как вот Евгений Гончаров, как господин Муртазин, вот, как был полный ноль, абсолютно, все это бесполезная работа, поверьте мне, так и будет полный ноль, и вы в этом убедитесь на себе все. Да, активированный уголь — это просто вообще
невероятная тайна. Знаете, вот как сейчас они выглядят, эти люди, и как над ними будут смеяться. Я думаю, те, которые попробовали йод, уже поняли, да, как он взаимодействует с золотом. Никак. А ты что думал, дядя? Все так легко, да? Что Максимов лжец? Поэтому и накинулись-то с критикой, что вам надо бесплатно. Вот, а вещество-то я не продаю. С чего вы взяли? Нет, ничего не продается. Да, чтобы его сделать, надо тоже много чего изучить. Не так просто все. Вот и все, на этом конец. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Я еще буду приводить серьезные факты. Также еще сделаю видеообзоры с другими веществами. Супер, не супер, они не важно, но они тоже очень такие необычные. Не исключено, что не буду скрывать те вещества. Вот. На этом конец.